Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Здравствуйте, мои подписчики. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за обратную связь. Здравствуйте, наши раки. Сейчас будет ваш таро-прогноз на неделю с 26 декабря этого года по 1 января 2023. У вас может быть какая-то пауза, нужно будет о чем-то подумать. Так, сейчас раки мы будем доставать вам карты. Что же карты нам вам подскажут, раки, на эту недельку, предновогоднюю, кстати. Так, раки. Первая карта для наших раков. Королева Пентаклей. Эта дама может быть с вами рядом, которая любит себя, очень хозяйственная, которая очень дорожит своими бытовыми условиями, которая думает о семье, которая не будет жертвовать своими условиями какими-то, своими вот чем-то, что она дорожит ради чего-то. Эта дама очень такая, все в семью, любит комфорт. Вот такая дама может быть рядом с вами. Она любит физический комфорт. Может быть, вам надо будет на этой неделе наводить порядок, комфорт. Это может касаться и работы, может, в офисе вы решите что-то поменять, или же сделать уборку в доме. Ну, учитывая предновогодние праздники, может, так и будет. Вот. И тут еще главное правильно все рассчитать, средства и деньги. Чтобы не получилось, что вы решите что-то в офисе переделать, а потом окажется, денег не хватит. Или в доме что-то еще докупить, а потом чего-то не хватит. Эта карта материального изобилия. Любые, конечно, сделки же по этой карте, если у вас будут финансовые, пройдут успешно. Раки. Тянем дальше. Карта для наших раков. Королева жезлов. Карта королева жезлов. Это дама, которая любит жизнь, у которой лидерские способности. Она очень энергичная. Это дама активных действий, которая любит поактивничать. Занимает высокое социальное положение. Если это может быть рядом с вами такая дама, знака огня. Если касательно каких-то проектов, то это успешное завершение проектов на этой неделе может быть у вас. И у вас будет такая, знаете, должна быть, вы должны проявлять энтузиазм и такое рвение к работе. Вот так вот. Страсть, я бы сказала. А, для мужчин еще забыла сказать. Это может быть встреча с такой дамой, знаете, незабываемой. То есть свидание может быть незабываемым. Так, дальше наши раки. Вам карта еще на недельку. Ну, вы будете довольны собой. Девятка кубков. Это карта удовольствий, исполнения желаний, наслаждений. Может, это как-то и с дамой связано. Это карта, когда человек всем доволен. Пока он особенно не двигается вперед, его на данном этапе все устраивает. Это карта исполнения желаний. Это карта побаловать себя в чем-то. То есть вознаградить себя. Вот. Я молодец, я себя любимого порадую. Что-то куплю себе приятное, то, что давно хотел. Сходить в хороший ресторан. То есть тут именно карта удовольствий и наслаждений. Это карта девятка кубков, да, она такая. Радовать себя. Какое-то, может быть, путешествие долгожданное себе позволить. Может быть и короткое, но долгожданное.
Может быть, вы очень долго себе во всем отказывали, и вот вы наконец-то, молодец, решите себя порадовать, доставить себе маленькие радости. И вы имеете право на получение таких радостей. Может быть, знакомство по этой карте, приглашение на свидание. Свидание должно пройти хорошо. Также иногда по этой карте это для незамужних девушек предложение руки и сердца. Вот так вот, раки. Сейчас еще одну карту достану для наших раков. Верховная жрица, старший аркан. Это карта, когда нужно слушаться тоже своей интуиции. Что-то может быть скрыто от вас, вы чего-то не замечаете. Присмотритесь. Жрица, она не хочет рассказывать, она свои тайны не раскрывает. Что-то может быть скрыто от вас. Интуиция и внутренний голос вам могут подсказать в этом вопросе. Посмотрите на какие-то вещи, может быть, как-то по-другому, и вы поймете тайный смысл этих вещей. Еще по этой карте она может указывать на учебу. Если студенты учатся, это очень такая изнурительная учеба может означать. Еще вот если вы что-то надумаете, то обязательно пользуйтесь своими какими-то скрытыми талантами. Открывайте в себе то, что скрыто. Карта жрицы, она прячет. Открывайте, раки. Сейчас достанем вам еще карту совет из такой колоды Таро Ангелов. Еще достанем. Думаю, сейчас может... старший аркан достанем. Сейчас посмотрим для наших раков. Паж мечей. Ну, это получение информации. Это изучение информации. Опять, если у кого-то учеба там была. Это получение информации, ее изучение. Это такая импульсивная работа, любознательность. Везде нужно... все проверяйте, все смотрите, все изучайте, что вам попадается, все вам пригодится. Также может быть некая задержка планов или резкое изменение планов. Вот по этой карте. И небольшие какие-то вот поездки. Изменения планов могут быть. Не значит, что в плохую сторону, просто изменения. Что-то в другую сторону, по-другому как-то немножко. Дорогие мои раки, это был ваш прогноз с 26 декабря 2022 по 1 января 2023. Всех с наступающим и до встречи на моем канале.